Друзья, всем привет! Решил снять вот такое вот видео. Чем отличается питбуль? Вот черная — это моя самка питбуль, чистокровная американский питбуль. И вот белый трехмесячный питстаф. Ну, можно так сказать, смесь питбуля со стаффордом. Папа стаффорд. Огромный такой черный у этого малыша. А мама, вот вы видите маму. Вот такая вот мама, мордочка у мамы. Это чистый питбуль. Питбуль-терьерчик. Да подожди, не дергайся. Вот эти вот, то, что вы видите на шерсти, это она рожала, она еще не отошла. Вот как видите, молочные залозы еще есть. Ну, в принципе, как бы по зубам. Вот такая вот челюсть у американского питбуля. А ну покажи, Майка. А вот питбуль со стаффордом. Я себе оставил вот такого вот щеночка. Отец стаффорд, еще раз повторюсь. Как видите, по внешности, в принципе, по отличию по внешности, можно сразу сказать, те, кто понимают. Челюсть здесь немножечко шире, вытянутая мордочка, нос черный. Ну а то, что уже окрас, это уже такое дело. Здесь еще у него есть талия. А ну встань, Цой. Назвал я его таким именем интересным, Цой. А ну встань. У моей собаки Майи тоже талия. У стаффорда в основном талии нет. Здесь у нас есть талия, если прямо стоять. А ну встань. Вот, как видите, если сверху смотреть, есть талия. Часто стаффы, они в основном такие, как бочки идут. Так вроде бы и кушает он неплохо. Вот такое вот телосложение. Если качать... Так, он ее, вижу, уже спать хочет. Если его качать, то ножки будут накачаны, и будет грудка 100%. Но вот такая вот внешность. Я загнул ушки, я буду их резать. Вот так вот он выглядит без ушек. Вот чем отличается. Вы можете посмотреть щенков питбуля, чем они отличаются по внешним данным. Но они отличаются, по-видимому, отличаются. Девочки, они практически похожи очень сильно, а мальчик, вот такой вот мальчик. Папа стаф, мама питбуль. Всем спасибо за просмотр, подписываемся на канал, кому интересно. Всем пока!